Здравствуйте, мои хорошие! Ну что, вы готовы смотреть, что я нового, интересного и полезного нашла и заказала на Алиэкспресс? Тогда давайте приступать. Все ссылки вы найдете в описании под видео. Всем приятного просмотра! Итак, первый товар, который с удовольствием хочу показать вам в сегодняшнем обзоре, это очень красивые, стильные, а главное супер бюджетные серьги. Обошлись они мне всего в 37 рублей. 6505 на них заказов и только положительные отзывы. Огромное количество разнообразных моделей в различных расцветках вы можете увидеть, перейдя по моей ссылке. Разнообразные цвета, интересные формы. Я считаю, что вот за такую цену на Алиэкспресс не только можно, но и нужно заказывать различные интересные серьги. Каждый день менять образы, когда цена так позволяет это сделать. Серьги эти, несмотря на свою низкую стоимость, выполнены отлично. Золотистая их часть хорошо прокрашена. Черная их часть имеет покрытие soft touch, она матовая. Застежка у них в виде гвоздиков. Они хорошо, удобно надеваются, отлично держатся и стильно, красиво смотрятся в надетом виде, отлично дополняя образ. Следующий мой заказ очень полезный. Я сделала его в Tmall. Пришел он ко мне буквально спустя дней 5 после оформления заказа, потому что отправка у них из Москвы. Это жидкое мыло-пенка с различными ароматами. Оно представлено у продавца. Я выбрала с ароматом сливочно-лимонного десерта. Здесь большой объем этого мыла, 500 мл. Я его заказываю для своих автоматических дозаторов жидкого мыла, которых у меня два. Один на кухне, другой в ванной. И вот такой бутылочкой я полностью оба наполняю. Можно, конечно, самостоятельно разводить классическое жидкое мыло, но я предпочитаю готовые варианты из-за их текстуры, из-за их прозрачности. Они таким образом в готовом виде не расслаиваются, очень хорошо выглядят. Тем более цена тоже более чем позволяет купить вот такой готовый вариант. Это мыло мне очень понравилось. Аромат действительно приятный. Текстура нежнейшая, пенка очень густая, бархатистая. Хорошо отмывает руки и при этом не сушит кожу. У этого мыла имеются два типа доставки. Курьерская доставка, которая обойдется вам в 99 рублей. И доставка стандартная на почту, которая будет абсолютно бесплатный. Следующий очень интересный товар, которому я так обрадовалась, когда его нашла. Я подумала, обязательно закажу, сделаю обзор и поделюсь с вами такой прекрасной, бюджетной, нужной и полезной находкой. В общем, я уже так размечталась, так расфантазировалась. Но давайте обо всем по порядку. Это фотоэпилятор, который стоит намного ниже своих брендовых собратьев. Стоит он всего 2800 рублей. Если сравнивать с другими фотоэпиляторами, то там ценники от 10 тысяч и выше. Пришел этот фотоэпилятор отлично упакованным, фирменной картонной коробки, инструкции имелась в комплекте, зарядный кабель с евровилкой, он работает от сети, то есть не автономно. Бритвенный станок шел в комплекте, сам фотоэпилятор очень красивый, насыщенного зеленого цвета, у него абсолютно правильная форма в виде брусочка, ничего лишнего, он не слишком громоздкий. Ну и защитные очки также имеются, которые необходимо надевать при каждом использовании фотоэпилятора. На нем располагается две кнопки. Одна кнопка включения и выбора мощности. Чтобы включить эпилятор, нужно ее зажать и удержать. Выбираем мощность, нажимаем на вторую кнопку, удерживаем ее некоторое время, и вспышки начинают производиться автоматически тогда, когда вы плотно прислоняете фотоэпилятор к коже. Чтобы воспользоваться этим эпилятором, нужно обязательно сбрить все волоски как следует и сразу же после бритья произвести процедуру фотоэпиляции, прорабатывая каждый участок, чтобы не осталось никаких зон, не обработанных вспышками. Все, после этого мы заканчиваем процедуру и в следующий раз выполняем ее тогда, когда отрастают волоски. Я при каждом принятии душа его использовала, то есть каждые 2 дня на протяжении, представляете, 2 месяца. 2 месяца я ждала результата, причем очень терпеливо ждала, потому что я до этого тестировала другой фотоэпилятор, как вы знаете, у меня на него есть отдельное видео, и там, да, я тоже очень долго ждала результата, тоже, наверное, больше месяца, это точно, и результат этот увидел. То есть волосы на ногах у меня вообще перестали расти и не росли 2 месяца. Я периодически проводила эти процедуры, наверное, раз в неделю, просто для поддержания эффекта, просто для того, чтобы они не росли снова. Это вот я сейчас рассказываю для тех, кто до сих пор иногда мне пишет и спрашивает, как вообще результат, расскажите, спустя долгое время. Да, тот эпилятор, он действительно работает. Я вообще без волос ходила на ногах. На других зонах, честно, я добилась какой-то проплешинности, но у меня не хватило
хватило, если честно, выдержки добить результат до конца. Вот скоро я собираюсь все-таки это сделать. Но поскольку он действительно работает, я уверена, что я добьюсь. Добьюсь чистого результата. Здесь, сколько бы я ни старалась, как часто бы и на каких мощностях бы я его не использовала, результата ноль. Вот сейчас показываю вам бритье, да, и показываю процедуру на ногах. Я не знаю, видно или не видно на камеру, но вот у меня все волоски, они как были, такие они и есть, как они были темными, потому что я постоянно брила ноги, чтобы провести эту процедуру. Они у меня такие остались. В общем, я не знаю почему, но на мне он не подействовал вообще никак. Я не знаю, почему пишут положительные на него отзывы, либо потому что на обзор людям присылают, и они так радуются и не могут протестировать его по-человечески. Не знаю. Ну, я надеюсь, что им действительно он помог, и они правду пишут, но вам говорю честно. Я бы очень хотела, чтобы он все-таки сработал и порадовать вас тем, что есть такой бюджетный прибор. Но, к сожалению, не получилось. Дальше переходим на положительную ноту. Хочу показать вам новую мою зубную щетку от Xiaomi. Это более усовершенствованная версия моей прошлой щетки в синем цвете. Она мне очень нравится, но мне не нравится именно вот этот синий цвет, который один-единственный был для ускоренной доставки. Я его тогда и заказала. Ту щетку я просто обожаю. Она великолепная. Она настолько жесткая, насколько мне нужно. Я и другие щетки, как вы знаете, тестировала, но они для меня немного мягковаты, поэтому я все-таки остановилась на этой. Модель этой щетки называется Xiaomi Oclean X Pro Elite. И вот она уже мне досталась в светлой расцветке, как я и хотела, причем в очень необычной, такая как будто бы, знаете, каменистая у нее поверхность. Очень хорошая коробочка, как всегда, конечно, Xiaomi, фирма, которая отлично упаковывает все свои девайсы. В комплекте небольшая инструкция, зарядный кабель, самой такой зарядочкой в виде блина. Она в белом цвете, что мне нравится. И еще одна вот такая круглая тоненькая подставочка. На обратной ее поверхности находится клейкая поверхность. Вы ее увидите, если удалите пленку с нее. Этот круг вы можете прикрепить на любую стену. Он магнитный, и на щетке на обратной стороне тоже находится магнит. Точнее, внутри вы его не увидите. В общем, вы можете вешать эту щетку на стену при помощи вот этих вот магнитных элементов. Сама щетка действительно очень красивая. Цвет тот, о котором я как раз и мечтала. Хорошо, что не заказала свою прошлую в другом цвете. Дождалась улучшенной версии. Насадки у нее тоже красивые, такие светло-серого цвета. Немного другая у них форма. Тоже улучшенные щетинки, сверхурочные. И заявлено, что они с отбеливающим эффектом. Штырек у этой щетки точно такой же. То есть я так полагаю, что и прошлые насадки подойдут по размеру, по разъему. Щетка имеет приятную обтекаемую поверхность, ни одной лишней детали. Она абсолютно водонепроницаемая. Одна единственная кнопка на ней располагается и сенсорный дисплей. Сразу же хочу вам показать, как она хорошо сильно вибрирует, как движутся ее щетинки. Хочу показать вам силу вибрации в воде. И благодаря такой вибрации вам совершенно не нужно никаких лишних движений во рту совершать. Вы просто плавно водите из стороны в сторону этой щеткой, и ее щетинки делают все сами. Зарядная подставка очень удобная, щетка из нее не выпадает, она очень надежно на ней держится. И эта зарядка сверхбыстрая, она буквально за 3 часа полностью заряжает щетку на последующее использование в течение 35 дней. То есть щетка 35 дней спокойно живет до следующей подзарядки. Это очень круто. Давайте, наконец, рассмотрим меню щетки. Кстати, на ней появилась такая интересная фишка. В общем, эта щетка просыпается тогда, когда вы ее берете в руку, да, и подносите ее к своему лицу. Она говорит вам хай и улыбается. Итак, в меню есть несколько пунктов. Первый пункт — это режим. Второй — это сила чистки. Третий — продолжительность чистки. И последний — это описание щетки, описание модели. В режимах есть режим чистки, есть режим для чувствительных зубов, следующий режим — массаж и отбеливание. Перебираем режимы, находим необходимый, нажимаем на одну единственную кнопку, щетка запоминает ваш выбор. Перебираем пункты меню, как видите, движением по экрану вверх либо вниз. Дальше второй пункт меню, как я уже сказала, это сила чистки. Минимально это 0, максимально 32, я ставлю на максимум. Снова нажимаю кнопку подтвердить. Последний пункт — это продолжительность чистки. Можно выставить длительность чистки 2 минуты, можно 2,5, можно 3, я ставлю 3. Для этой щетки, как и для прошлой модели, существует собственное приложение, которое называется Oclean. И здесь все. И о вашей щетке, и о ваших зубах. Вот моя прошлая модель. Сейчас я синхронизирую приложение с новой моделью. Мне нравится, что приложение можно фон выбрать, любой, какой вам понравится. И вот самая первая страничка — домой. Здесь, как видите, я себя переименовала. И мы можем увидеть всю подробную информацию. Продолжительность последней чистки, эффект от чистки, сколько дней я использую эту щетку и история. То есть здесь хранятся записи о дням, сколько по времени и по
количеству я очистила зубы, насколько эффективно. Дальше вторая страничка — это программы. Здесь огромное количество уже готовых программ подобрано с разной степенью нажатия, то есть интенсивности, с разным количеством времени. В общем, можете выбрать любой готовый режим. И дальше пункт интересный — умная рекомендация. То есть вы в нем заполняете некоторую анкету, то есть ставите свой пол, свою дату рождения, свой тип зубов, ровные ли у вас зубы, или они немного вперед выступают, или они у вас немного смещены друг на друга, да, то есть все это указываете. Далее ваши привычки, то есть курение, чай, кофе, вино. Я никакой из этих привычек не имею, ставлю нет. Дальше степень белизны зубов выбираете. Очень удобная фотография сразу появляется, чтобы можно было ее сравнить со своими зубами. И все. И приложение может подобрать для вас рекомендацию, то есть автоматически может выставить режим, который для вас подходит максимально. Например, мне подходит ежедневная стандартная программа чистки. Можно нажать «Использовать сейчас», и она автоматически применится. Но я нажимаю «Использовать позже», потому что я выставляю самую максимальную программу. Она мне подходит, ни десны, ни зубы не повреждает. И на последней страничке, здесь сразу первым пунктом, информация о зубах. Вот как раз в этом пункте меню вы будете выбирать свои данные. Далее мое устройство. Можете убедиться, что именно ваша щетка подключена. Язык зубной щетки можете выбрать. В общем, все интересующие вас настройки вы можете задать. Очень удобное приложение. Щетка автоматически синхронизируется с этим приложением. И изначально она на английском языке идет, но после синхронизации она сразу же на русский язык перешивается. И храню я свою зубную щетку вот таким образом. То есть мне, в принципе, вот этот блинчик магнитный-то и не нужен, потому что я вот на стерилизаторе храню, точнее, в стерилизаторе. Они у меня удобно так подвешиваются в него. И после каждой чистки я дергаю за веревочку, и включается стерилизация. Она автоматически сама отключается. Стерилизатор у меня тоже от Xiaomi. Я также делала на него обзор. И по ссылке, которую оставлю в описании, сегодняшнюю щетку можно заказать вот прямо вместе с этим стерилизатором. Далее хочу показать вам очень и очень две полезные вещи, которые как-то уже тоже показывала вам в своих обзорах, но сегодня хочу показать вам их так, как я их в использовании вам еще не показывала. Несколько месяцев назад я вам рассказывала, что проводила ревизию в своих шкафах, перебирала всю верхнюю одежду в том числе, а наткнулась на два пальто, которые мне очень нравятся, но они... Одно пошло катышками, другое просто как-то скаталось, и все различными шерстинками не своими покрылось. В общем, я решила привести их в порядок, достала все свои инструменты с AliExpress для этого, перепробовала их все и заново удивительным для себя образом открыла вот это приспособление, которое ранее вам показывала. И оно именно для чистки катышек, именно с пальто, мне кажется, просто идеально. Оно ничего не цепляет, ничего не рвет, не вытягивает. Идеально срезает катышки так, что пальто становится просто как новеньким. Причем этот прибор пальто не облысяет, скажем так. То есть не делает каких-то проплешин. Очень легко я проводила вот таким образом. И все, что у меня срезалось, вот такой вот полосочкой скатывалось на обратной поверхности. Я ее просто сняла. То же самое я проделала с черным пальто. Все расчесалось, лишнее срезалось, все катышки удалились. Все, что там было скатано, все абсолютно убралось. И далее я взяла вот такую щетку, которая вообще приспособлена для того, чтобы диваны и вообще любую мягкую мебель очищать от шерсти домашних животных. И я эту вещь тоже заново для себя открыла именно в применении к пальто. То есть после моего срезания катышек эту вещь дополнительно расчесала и сняла все какие-то микроскопические оставшиеся ворсинки. То есть пальто у меня стало абсолютно чистым, абсолютно как новеньким. Так что если вы решите также обиходить свою верхнюю одежду, сейчас как раз лето, это самое время, очень советую вам два этих приспособления. Далее давайте перейдем к одежде. Хочу вам сразу две вещи показать. Первое — это вот такая атласная футболка с такой шелковистой текстурой. Как вы знаете, сейчас шелковые ткани как никогда популярны. Юбку я вам показывала в прошлом видео уже, но решила, что она именно вот с этой футболкой, с этой блузкой будет прекрасно сочетаться. Показала вам эту блузку в расправленном виде для того, чтобы только вы увидели ее длину, но носить, конечно, я ее в заправленном состоянии решила. Также эту юбку хочу вам показать уже в более таком теплом осеннем варианте, уже со свитером и с ботильонами. То есть она абсолютно универсальна и для лета подойдет, и для демисезона. И эту же футболку показываю вам с шортами. Очень необычные шорты, такие удлиненные. Хорошая у них ткань. Бежевые расцветки я их выбрала, там и другие расцветки тоже представлены. Блузка у меня в размере L и шорты также в размере L. Кстати, очень жалею, что не выбрала их в мятной, сейчас супер актуальной расцветке. Хотя и бежевые тоже неплохо смотрятся. Размер L мне великоват в талии, поэтому я затянула вот такой ремешок.
горшок. Не знаю, в тему он здесь, не в тему, но, по крайней мере, они не сваливаются с меня во время съемки. Следующий товар, который хочу вам показать, и я думаю, что мой рассказ об этом товаре станет для вас очень полезным. Во-первых, мой вам совет, если вы девушка и ничего не понимаете в электрике, лучше вообще не заказывать таких товаров. Как бы вы ни хотели взять на себя эту заботу. После ремонта я очень хотела поменять все свои выключатели на какие-то более интересные, более стильные. И выбрала вот такой выключатель со стеклянной поверхностью, с диммером. То есть теоретически он может регулировать яркость освещения. Можно совсем приглушенное сделать освещение, можно самое яркое. Это невероятно удобно. Выключатель этот очень красивый, у него великолепное качество, но, к сожалению, он не подходит для нашего типа проводки. У нас один провод в проводке, для него нужно два провода. То есть в новых современных домах уже новый тип проводки используется, и вот этот выключатель только к такой проводке может сгодиться. К тому же, если у вас светодиодные лампочки, то и новый тип проводки, вы сможете установить этот выключатель, и он будет работать, но только на включение и выключение. То есть вы будете иметь очень красивый выключатель, нестандартный, и, в принципе, включать-выключать он будет. Но его диммер, то есть регулятор яркости лампочек, будет работать только при условиях, что у вас новый тип проводки с двумя проводами и обычные лампочки, не светодиодные. Ну и последний мой маленький бюджетный заказ, который обошелся мне в 100 рублей, это набор невидимок. Невидимки эти с жемчужинками. Две из них просто витые. Все витое сейчас тоже актуально. В общем, для лета самое время показать наконец-то вам этот заказ. Очень хорошие, очень качественные, очень красивые, удобные невидимки. Можно использовать их и все сразу, и по отдельности, и две штуки из них, или три штуки. В общем, как вы пожелаете. Жемчуг до сих пор является актуальным в этом сезоне. Я показываю вам различные типы причесок, укладок, которые я делала при помощи этих заколок. Очень хорошо держат волосы, при этом удобно снимаются и не ржавеют, не темнеют спустя время, потому что я вам целый год ждала, прежде чем показать их. Пришли они ко мне, потому что в конце прошлого лета, и уже не было смысла вам их показывать. Это было все, что я подготовила для вас на сегодня. Если этот обзор вам понравился, оценивайте его лайком. Если не понравился, то дизлайком. Обязательно подписывайтесь на мой канал, и следующая подобная подборка уже не за горами, поэтому увидимся с вами в ней. Всем до скорых встреч!